целом первый тайм неплохо играли, второй тайм тоже, когда забили. Но под конец, может, где-то немножко подустали ребят, поэтому и ну, все равно из-за нашей ошибки они сравняли счет. А так, конечно, могли спокойно выиграть. Пару слов про сборы, да, как они проходят, как настроение в команде и на что делается, может, основной упор, там, тактика, может, ОФП? Настроение, конечно, нормальное. Пока то, что планируем, все по плану, все идет, понимаешь, что процесс. Единственное, последнее время почаще будем более тактические занятия, потому что скоро уже чемпионат, уже хочется наигрывать состав и ставить ставку на тех ребят, которые будут играть в чемпионате. По поводу состава, то есть еще нету определенности? Ну, процентов 80 уже есть, более-менее ясная картина. Но есть кое-какие позиции, что пока думаем над этим.